Манипуляторы – это быстродействующие устройства, созданные людьми для выполнения особо опасных либо настолько точных действий, что их невозможно выполнить голыми руками. Другими словами, роботы, которые должны выполнять работу вместо человеческих рук. Функциональность манипуляторов должна быть очень высокой. Они должны перемещаться в различных направлениях и по различным поверхностям. В настоящее время дистанционно управляемые манипуляторы применяются в различных сферах деятельности человека. Одна из них – исследование космического пространства. Манипулятором оборудовали и марсоход, который позволяет лучше понять условия на Марсе. А также роботы, оснащенные манипуляторами, также позволяют расширить знания о недоступных местах на нашей планете. Наверняка одна из таких сфер – бездонные океанические глубины. Очень интересны манипуляторы, которые применяются в медицине. Руки хирургического робота могут заканчиваться скальпелем, камерой, либо иными специализированными инструментами. Они во много раз более точны, чем человеческая рука. Хочу обратить ваше внимание, что расположение зубчатых колес еще предполагает поднятие руки манипулятора. Сейчас мы это продемонстрируем, запустив программу. Опускание руки манипулятора будет происходить при помощи датчика расстояния. Датчик расстояния можно расположить в удобном для себя положении и месте. А также обращаем внимание на программу, в которой видно, что кручение двигателя с небольшой скоростью в течение 2 секунд до того момента, пока не сработает датчик расстояния. Как только мы даем датчику сигнал, включается следующая программка. Отправляется письмо на следующий блок программы, где манипулятор разжимает лопасти в течение 1 секунды с небольшой скоростью. Проверим работу модели, запустив программу.